Здравствуйте, я доцент доктор Мелики Гидар. Сегодня я хочу рассказать вам о том, к чему могут привести нависшие веки у младенцев. Если нависшее веко у младенца закрывает черную часть в центре глаза, которую мы называем зрачком, это может привести к постоянному синдрому ленивого глаза. Эту проблему необходимо решать в раннем возрасте. Если нависшее веко у детей закрывает зрачок и есть риск возникновения ленивого глаза, веко следует приподнять вверх в раннем возрасте. Нависание век у младенцев может быть обусловлено генетическими причинами или развитием в утробе матери. Одна из распространенных ошибок – думать, что веко поднимется с развитием. Если у ребенка опущено веко, его должен осмотреть детский офтальмолог и специалист по окулопластической хирургии. Потому что невозможно устранить проблемы со зрением в будущем из-за опущенного века, закрывающего зрачок. Желаю вам здорового дня. Спасибо.